В Северском сельском поселении продолжаются работы по благоустройству. Одно из важных направлений – строительство и капитальный ремонт дорог и тротуаров. В настоящее время ведутся работы по ремонту дороги по улице Максима Горького. Северское сельское поселение ежегодно принимает участие в программах софинансирования ремонта автомобильных дорог. В этом году, в 2020, мы приняли участие в этой программе и ремонтируем участок дороги Максима Горького от улицы Энгельса до улицы Пионерской. Стоимость ремонта работ около 4 миллионов рублей. Общий объем финансирования работ в поселении на 2020 год составляет около 16 миллионов рублей. Из них свыше 15 миллионов выделено из бюджета края.